После церемонии запуска энергомоста в Крым Владимир Путин отправился на переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Перед началом встречи российский лидер отметил важность визита и предложил обсудить весь спектр отношений между странами. Уровень политических отношений и объем экономического сотрудничества. То движение, которое в значительной степени было сделано благодаря вашим усилиям в увеличении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и в России, все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Всегда мы часто встречаемся. Тем не менее, мы вас ждали вот с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, и что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений. Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизит наши народы. И мы готовы кратко, четко сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят. Сами консультации проходят за закрытыми дверями. Ранее в Кремле сообщали, что президенты собираются обсудить экономическую интеграцию на евразийском пространстве, в частности, наращивание торговли и инвестиций в рамках союзного государства России и Беларуси. Еще одна тема – военно-техническое сотрудничество.